В пятницу губернатор региона посетил «Ивхимпром» – одно из старейших предприятий Ивановской области. В этом году химзавод отметит свой 175-й день рождения. За эти годы производство постоянно совершенствовалось. Сейчас «Ивхимпром» – современное высокотехнологичное предприятие. Вот если брать химическую промышленность, то это предприятие дает нам самый большой рост. Порядка 114%. Это для химической отрасли очень неплохо. Ну и если говорить о налогооблагаемой базе, то здесь и с НДФЛом неплохо, и с налогом на прибыль неплохо. Здесь работают около 300 человек. 2013 для завода ознаменован не только круглой датой. На четвертый квартал года на предприятии намечен запуск линии по производству моторных масел. Сейчас выполнен проект, который ожидает экспертизы в Ростехнадзоре. Началось строительство производственных павильонов. Одним из основных заказчиков будет являться Министерство обороны Российской Федерации. Производиться будут моторные масла, также трансмиссионные масла. То есть для автомобильного транспорта. Масла, которые планируется производить в Иванове, будут предназначены для работы в любых погодных и температурных условиях, что для российской армии настоящее сокровище. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.